30 августа 1990 года Верховный Совет ТССР принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской Советской Социалистической Республики. Этот шаг положил начало кардинальным изменениям национально-государственного устройства Татарстана и стал своеобразной точкой отсчета в проведении самостоятельной политики глубоких преобразований. Сначала из названия республики исключили слово «автономное», а 7 февраля 1992 года государство стало официально называться Республика Татарстан. Новый статус республики обязывал к созданию собственных официальных символов. Затем Верховный Совет ТССР сформировал конституционную комиссию во главе с первым президентом Ментимиром Шаймиевым, которой предстояло подготовить конституцию республики. В результате упорных трудов рабочей группы большинством голосов был выбран проект флага народного художника ТССР Тавиля Хазиахметова. Предложение рабочей группы было все же поддержано 194 голосами депутатов. Государственный флаг Татарстана был утвержден 29 ноября 1991 года. У нашего флага большой исторический путь. Дело в том, что весь советский период в своей символике мы использовали эмблему, знамя РСФСР. И мы отличались от большинства других автономий всего лишь наименованием. На нашем знамени стояли буквы Татарская ССР, ТССР, на арабской графике, латинской графике и на кириллице. И лишь с обретением, собственно, независимости и суверенитета республика решила создать свой оригинальный флаг, в который бы соответствовал и историческим традициям народов, населяющих Республику Татарстан, и вместе с тем отражал бы стремление к будущему. Государственный флаг Республики Татарстан представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами зеленого, белого и красного цветов. Белая полоса составляет 1/15 ширины флага и расположена между равными по ширине полосами зеленого и красного цветов. Главным символическим объектом являются именно цвета, ведь каждый из них символизирует особую черту так называемого характера Татарстана. Так, зеленый цвет – манящий зелени весны, белой кристальной чистоты, а красной – безудержной энергии, многовековой жизни, зрелости и безграничной мудрости. Мне хотелось бы отметить, что именно в последние годы особенный интерес к флагу в нашем сообществе связан с теми переменами, которые происходят в самой России, в самом Татарстане. Это вновь проснулся интерес к своему историческому прошлому, выросло и существенный уровень патриотизма и в России, и в Татарстане. И сегодня флаг вошел как повседневная часть церемониала и в образовательный процесс, и в Казанском федеральном университете, и в школах республики, в общественных организациях. Флаг Республики Татарстан занимает достойное место и олицетворяет собой историю, культуру нашей с вами республики. Действующий флаг и герб республики за последние 3 десятилетия стали прочно ассоциироваться с Татарстаном, его лидирующей ролью в социально-экономической и культурной жизни страны. Он будет продолжать радовать глаз граждан республики, а также ежегодно праздновать все новые и новые круглые даты. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости.